нас назначена оценка на 28 число, на 12 часов. Вот. До этого за 2 недели камера, которая смотрела в сторону дома этого Комсомольская 16, ее кто-то палкой сбил. То есть она вон висит и смотрит уже в другую сторону. Вот. Угу. То есть мне кажется, это очень подозрительным и странным, что все это случилось именно перед оценкой. В данный момент я владею в этом доме долей 1/4. Владельца, который вот здесь, одного нет, потому что мой дом вот находится напротив еще. А один, получается, он успел выйти в палате. Это Алексей, который проживает здесь довольно-таки всю жизнь. Он успел, слава богу, не надышаться и выйти из дома.